18 марта 2014 года Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Таким образом, это стала воля подавляющего большинства жителей полуострова. С тех пор прошло уже 6 лет, но это событие продолжает оставаться поводом для гордости и для праздника. На территории Крыма проживает более 20 национальностей. Это русские, украинцы, белорусы, крымские татары и многие другие. И все они такие разные. Живут в мире с друг с другом, потому что объединяет их родная земля. Концерт стал смотром самодеятельных коллективов Десногорска. Модерн, Каприз, Сударушки, Калибри и другие. Каждый из них внес свой уникальный вклад в общее праздничное настроение. Выступление стало напоминанием и зрителям, и артистам о духе единства. Единство, которое каждого делает сильнее перед лицом невзгод и счастливее, когда трудности позади. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.